Занятие первое место в категории группа «Эстрадная хореография» награждается коллектив «Каприз» с номером «Игра». Награждается. Дети, сделайте 10 шагов назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сразу видно, кто учится в школе и хорошо умеет считать. За занятое первое место в категории соло современная хореография награждается Пономарева Катерина. Занятое первое место награждается коллектив «Ньюстрим» с номером «Пиво». За занятое первое место в категории группы «Современная хореография» награждается группа «Каприз» с номером «Квиты Украины». За занятое первое место в категории группа шоу-данс награждается коллектив «Каприз» с номером «Бешкетники». Thank you.
награждается номер «Дали за рождение жизни». Я из города Тудин, город Киев. За первое место в категории «Соло» для классика награждается Журавлева Вероника. Дети, кто сейчас покинет сцену, тот останется без сюрприза. Встаньте красиво. По третьей позиции ножки сложили, животики потянули, спинки вытянули. Вот так, молодцы. И мы продолжаем награждение. В категории «Соло» участвует танец. Нагороджується Прислова Лерія. Плач и кричи. Занятое первое место награждает исполнительство Анна. В категории дуэт детская хореография за занятое первое место награждается дуэт куклы. Павленко Анна, Зимков Варвара. Браво, девчонки! Зрители, вам понравились эти куклы? Можно аплодировать, можно еще громче. Это будущее нашей танцевальной Украины. За это первое место в категории «Фармейшн» свободная программа награждается коллектив «Позитив» с номером «Противостояние». Браво, «Позитив», так держать. Вас в автобус не пустят с таким количеством наградной продукции. Вы молодцы. Финалы награждается Кудинова Мария за занятое первое место. Награждается Калудич Мария за занятое первое место с номером «Like a Hero». Финалы награждаются Инной Владислава за занятое первое место. В категории «Соло Латина» финалы награждается Александра Бадабри за занятое первое место. Категория группы «Шоу-данс». За занятое первое место награждается коллектив «Аура» с номером «Амазонки». В категории «Соло» современный танец «Брейк-данс». За занятое первое место награждается Хабиб Азим. Ювеналы награждает Саша Толстая Валерия за занятое первое место. Зритель продолжает аплодировать юным участникам сегодняшнего.
сегодняшнего фестиваля. Дети, вы молодцы! Кто доволен своим выступлением? Вы видели? Здорово! Итак, у нас есть для вас еще два суперкубка. И получает коллектив Интерплей.